Так, я в лобби Мерло. Супер, Эйден. За дело. Взламываю. Только глянь, тут секретных данных бери не хочу. Прямо мечтают, чтобы я их стянул, и я стянул. Стянем. Не отвлекайся. Тут нехилая система защиты. Как прогресс? 100 000 за полминуты. Что бы мы делали без богатеньких? Просто волшебство какое-то. Сидим и деньги из воздуха тянем. Понесло тебя. Еще кто-то влезть решил. Посмотрим. Забей. И так забот хватает. Сливай все деньги и валим. Не нуди, малыш. Старшим виднее. Защита сработала. У нас гости. Черт. Система сканет. Ну, потерпи чутка. Я сваливаю. Я тебе сейчас свалю. Это что за... Сворачиваемся. Эмин, уймись уже. Морис. Ну? Короче... Один из наших агентов узнал имена хакеров из Мерло. Прижмем. Займись Эйденом Пирсом. Убери его. Семью припугни. Этот парень доигрался. Че-че семью? Что-то не так? Не, без проблем. Считай, Пирса больше нет. Это правда. Кто заказчик? Чувак, я не знаю. Честно. Не знаешь. Че-че семью? Что-то не так? Не, без проблем. Считай, Пирса больше нет. Ну что, Морис, припугнул, а? Просто работа. Я не знал. С кем ты говоришь на записи? Имя, ну? Да не знаю я его! А это ты знаешь? Лена. Лена Пирс. Не знал я ни про каких детей. Все пошло не так. Советую подумать получше. Ну? Мужик, даже если бы я знал имя, не сказал бы. Эти люди, такие слухи ходят, ты себе не представляешь. Чувак, лучше не лезь в это. Знаешь, иногда у нас... Прошу, не надо! И кто это был? Я говорил с ним по телефону, он назвал мне место, это все, клянусь, это все! Имя давай. Не знаю я! Имя! Убей меня, давай, убей! Как там с памятью?
Мне Морис ничего не скажет. Ты другое дело. Пора действовать.